Опа. Хороший налимяк. Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, время 21 час. И сегодня мы с вами отправимся ловить налима. У нас стояло плюс 5, плюс 6 градусов. Практически опять все растаяло. Поэтому снегоходом сейчас не можем воспользоваться. Хотя снегоход уже готов. Поэтому только впрягаемся в санки и идем ловить налима. Что-то его не сдвинуть, санки тяжелые. Так как мы сегодня приехали поздновато, первоначально мы решили выставить жерлицы. Значит, жерлицы выставляем стандартные. У нас крючок вот такой большой. Все спрашивают, что за крючок, ребята, вот такой. Вот. Я не знаю номер его, но большой крючок. Чем больше, я считаю, тем лучше. Вот так одеваю, все. Глубина под нами 3 метра. На флажках наклеены светоотражающие элементы. И это очень хорошо. Вышел, фонариком посветил. В радиусе 50-70 метров видно, если флажок горит. Выставляем 14-ю жерлицу. Миш, у нас работочка. А, забыл представить. Сегодня со мной рыбачит мой друг Михаил. Всем привет. Да, снежку, конечно, хватает. Ну что, давай, Миш. Посмотри, что там у нас. О, тут что-то есть. Есть, да? Ты ж у нас первый раз в этом году рыбачишь. Да. Ну, как бы. Так, ну что, крючок вытаскиваем и отпускаем. Давай, желание загадаем. Все, иди за дедушкой. Ну и отлично. Первая поклевка. Первая рыбка твоя. Сезон открыт. Давай эту же корюшку и пойдем дальше доставлять. Будем надеяться, что покрупнее выйдут налимы. У Михаила жерлицы чуть-чуть сделаны по-другому. Я бы на такие жерлицы не налима наловил, а щуку. Видите, у него двойнички. Очень тяжело с налима двойник, либо тройник вытаскивать. Ну и без светоотражающих элементов, поэтому каждой жерлице надо будет подходить. Миш, у нас опять сработка. Сейчас мы ее пойдем и посмотрим. Они ее, смотри, мотают, да? Да, кто-то мотает. Давай посмотрим. И? Мелкий? Мелкий. Это плохо. Ну такой, слушай. Ну какой такой? Мелкий. Ну. Да. Ну что, родной, давай беги. Зови деда. Дедушку зови. Так, ну что, слушай, а у нас еще одна сработочка рядышком. Он еще одна, слушай, прям только что выстрелила. Здесь тоже не вымотано, поэтому я боюсь, что, наверное, ничего здесь нет. Или мелочь какая-нибудь. Мелко? Да. Или покрупнее все-таки? Да нет, тут такой грамм 300, наверное. Ну да. Такой же малыш. Теперь моя очередь посмотреть, что здесь. Ребята, а он дергался. О. Ну, упирается. Я думаю... Ну, как я и говорил, ребята, у меня крупнее всех сегодня налим-то. Да, Миш? Ну, я же тебе говорю, там будет большой. Ой, смотри, как он хорошо сел-то. Смотри. Удачно. Вообще удачно. Сегодня, родной, корюшка в цене. Оставлять тебе не будем ее, поэтому иди-ка ты так. Рыбачим мы сегодня в палаточке «Лотос». Вот такая небольшая палаточка. Конечно, после моей палатки мне здесь находиться... Некомфортно, но удобно, все-таки от снега защищает. Так, здесь у нас Михаил готовит свои снасти. О, ну-ка открой, пожалуйста. Слушай, прикольная у тебя вещь. Раритетная такая. От дедушки достал. От дедушки? Не, кайфовая. Здесь все, да, можно хранить? И удобно. Все, что хочешь. Так, ну что у нас здесь? У нас здесь фишка 703 сегодня в работе. Я хочу... посмотреть по времени, сколько она у меня работает. Но это я вам потом обзор сниму. Значит, рыба есть. Это у нас джиголовка там стоит. У нас здесь стоит на налима. И по удочке мы возьмем, поставим на корюшку. Ну и посмотрим, что у нас будет. Ребят, у нас поклевочка налима. Пусть заглотит. Ну, еще.
ты удочку возьми. Подмотай. А у тебя тут... Давай, давай, мотай, мотай. Так, крути. Кого тут, блядь, я... Крути. А что, у тебя ручки нет, наверное? Нет. Или так подсекай, как ручкой будешь подсекать. Слушай, а в камеру что-то не видно, есть? Да. А в камеру его не видно было. А, он маленький. Да? Да. Ну, клюнул же. Ну, сам-то этот. Налим-то отборный. Оп. Что? Да куда его, как чё? Куда его обратно? Мы подарим ему корюшку. Конечно, подарим. Все, Налим, спасибо тебе за поклевку. А в камере у нас ерши стоят. И корюшка бегает, но не берет. Ершистые ерши. Так, ну что, Миш, пора, наверное, пойти жерлицы посмотреть, проверить. Сейчас мы тут поставим? Нет, тут обязательно поставим. Идем к жерлице, а кто-то ее дергает. А кто ее дергал-то, Миш? Налим, наверное. Ну что, возьмешь, может, попробуешь? Посмотри. Ну кто-то дергал ее. Кто-то дергал, он не дернул. Видно, до такой степени маленький. Может быть, он большой, но просто ленивый. Может быть. Угу. Есть? Маленький. Маленький. Ну да, малыш. Ну что, давай его туда. Да, мелковатый. Вторая сработка, но опять не вымотанная. А и опять стандарт. Я так чувствую, еще и то убежал. 2-3 часа, ребят, и надо сворачиваться отсюда, чтобы мелочь эту не давить и ехать домой. Ждать неделю, обещают морозы, брать снегоход и двигать на свою секретную точку. К нам пришел Налимчик. Миша решил его подманить. Ну не крупный, слышь, Миш? Какой грамм? 150, наверное, 200. Какая разница? Опа! Тихо-тихо-тихо. Давай, ну что ты? Он у тебя уже тащит, подожди, поплавок-то. Есть? Да. В прямом эфире клюнул. Миш, ну надо просто его по грунту подыграть поступать. Было, да? Да. Грамм. Слушай, как он его заглотил, да? Грамм 400, я говорю. Я думал, грамм 400. Иди давай. 400. Но клюнул, ребят, в прямом эфире. Подыграли, и дело пошло. Ждем следующего друга. Килограмма на 2, наверное, да? На 8. На 8? Да тут таких, наверное... Нет, слушай, на этом озере мне рассказывали, на 9 поймали. Но он, наверное, камеру проглотит. Ну, это рассказывали. Да, все по рассказам только. Ну, отлично, Миш, что? Рыба в палатке клюет, это хорошо. Слушай, пора уже, наверное, пойти посмотреть наши жерлицы. Ага, ты там опять играешь? Хорошо с телевизором? Опять, наверное, не мелочь, да? Или нет вообще ничего? Есть, он такой маленький. Кстати. Опять? Да. Малышня, детский сад сегодня на прогулке. Корюшку. Да, слушай. Забираешь, оставляешь? Забирай, да. Все, родной, беги. Миша, а что у нас там? Клюет? Клюет. Где там? На экране не видно. Пусто? Пусто. Наверное, маленький какой-нибудь опять там. Ну, бросай туда его опять. Если не сбил, то клюнет. Он сходу должен взять. Привет. Угу. Пусть, может, ее под это подзаглотит. Ну дай ему леску.
ныряет. Пошел, слушай. Может, пора тащить? Да. Не знаешь? Подожди, сейчас. Даже какой-то малыш там, наверное. Сейчас такой килограмм, на 5 малыш. Малыш? Ну, слушай. Ну, небольшой, но, мне кажется, побольше, чем... Чем в прошлый раз, да? В прошлый раз, да. Ну, хотя бы хоть что-то, слушай. Ну, красиво взял, да? Ну, молодец он такой. Второй раз повторно. Не отпустил. Скользкий такой был. Хорошо, видишь, ловить на джиголовку, он не заглатывает ее. Давай, родной, беги. Спасибо за поклевку, прям порадовал. Так и вы нас и радуете мелочь в последнее время. Миша, где крупный налим? Ну, сейчас этот позовет. Деда? На разборке? Ну, может, папку хотя бы на начало. Ну, хотя бы, да. Или старшего брата, коль на то пошло, грамм на 800 хотя бы, чтобы рыбу почувствовать. Да, а в экране... Соседа. Соседа, да. В экране ничего не видно. Что, почему не видно? Так, к нам пожаловал друг Миша. Поводчик-то где? Так, еще раз. Слушай, я прям смотрю, такой в камеру летит. А это кто? Подожди. Это что такое прилетело? Хвост его? Не знаю, что это. Слушай. Кто камеру поворачивает? Ну, он, наверное, поворачивает. Слушай, да. Родной, ты что камеру нам поворачиваешь? Ну, лемяка. Ну, не крупный опять. Ну, тоже мелкий какой-то, ну, сумасшедший. Не? Не получит. Ну, значит, клюнет, куда ему деваться. Надо было подождать просто. Чтобы... Да, чтобы заглотил. Рано дернул его. Слушай, ну все равно весело, когда так сидишь, раз в экране увидел налима, как он клюет. Все-таки налимчик нам пришел. Так, у тебя леска там зацепилась. Топил? Есть? Угу. Скажи килограмм. Да какой там? Такой же. 5 маленький. Малыш. Ну, слушай, это уже в палатке 4-я или 5-я поклевка. Слушай, мне кажется, он один. Он даже сам вылез, видишь? Угу. Мне кажется, он один. Ему, походу, понравилось просто у нас. Ему нравится. Я, говорит, теперь звезда Ютуба стал. Все на меня смотрят. Иди сюда. Все. Ну отлично, слушай, клюют. Пойдем жерлицы посмотрим. Пойдем сейчас это. Опять оденешь? Он, походу, ее доесть просто хочет. Надо, может, подарить ему. Чего мне, говорит, не отдаете? Отдадим. Как корюшку поймаем свежую, так и отдадим. Вымотано все. Надежд много. Ну что, Михаил, давай. Покажи мастер-класс. Я тебе скажу, что там нету ничего. Не, не, что-то есть. Тащи быстрее. По ощущениям. По ощущениям маленький. А нет. Слушай, упирается. Ну, видишь. Хотя бы хоть одного бы. Нет, слушай, что ты говоришь? Хороший рыбин. Не спеши. Попади давай мордой-то сюда. Хороший налимяк. Ты не рви, дай ему. Да он сейчас мордой зайдет. Ну вот, слава тебе, Господи. Все. Ну что, Михаил, сколько? Килограмма 2, наверное. Да 2 с копейками, где-то 2 с полтиной. Ну что, тебя можно поздравить? Вот она. Давай я тебе пожму твою руку. Молодец, поздравляю тебя. Вот с первой нормальной рыбиной. О, и корюшка осталась. Время 4 утра.
рыба у нас в палатке так и не ловится. На камере бродит много и корюшка, и ерши, но на удочку не клюет. Мы уже все пробовали. На лимы тоже не особенно ловится. Поэтому пойдем мы, наверное, сейчас собирать жерлицы и будем собираться домой. Практически собрали все жерлицы. И у нас только одна единственная сработка. И то... А, крутит. Смотри. Видишь? Налим. Да. Вот такой налименок заканчивает нашу сегодняшнюю рыбалку. Заглотил не сильно, безболезненно. Корюшку ему оставляем. И налима мы этого отпускаем. И на этом наша рыбалка, дорогие друзья, закончена. Почему не клевала, я могу сразу сказать. Снег закончился, я смотрю на небо, а там полная луна. А в полную луну я никогда не ловил рыбу. Даже когда с ружьем нырял, в полную луну почему-то рыбы практически нету. В следующий раз, дорогие друзья, мы едем за кумжей. Ну а мы сейчас соберем жерлицы, палаточку и поедем домой отдыхать. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.